Поехали. Привет. Меня зовут Роман Гершуни. Я люблю сэндвичи. Один из моих любимых сэндвичей – это сэндвич, как ни странно, с салатом из капусты и курицы. И сейчас я его приготовлю прямо на ваших глазах. Красная капуста. Удобно капусту шинковать вот таким образом. Соль. И пожмакайте немножко. Можно даже немножко лимонного сока добавить. Это так быстро заквашенная капуста. Лук. Можно делать это тихо. А еще сегодня у меня с собой есть такая супер штука для ленивых. Это такой гибрид терки, мандарины и апельсины, видимо. Морковка в этом салате должна быть такая, знаете, сейчас покажу какая. Такая. Вот это вот называется жульен. Если вы думали, что жульен это такой клей с грибами, вы ошибались. Жульен это вид нарезки. И вот это вот. Красиво, да? Также можно нарезать яблок. Это будет жульен из яблок. Почему для ленивых? Конечно, можно так нарезать и руками. Зачем? В смысле, руками, ножом. Зеленый лук. Зеленый лук. И сейчас я же говорил, что это салат с курицей, да? Кстати, вот, я говорил однажды про малое филе. Вот он, смотрите, вот эта грудка куриная. Вот. А с обратной стороны есть вот такая вот штука, такой аппендикс. Это и есть малое филе. Вот это самая нежная часть. Ее я оставлю себе. Собственно, я хочу сделать некое подобие вот этого жульена из курицы. Поэтому сейчас я нарежу ее вдоль, на тонкие пласты. И вот это вот обжарю на сковородке. Слышите? Этот звук. Mm-hmm.
Я забыл, есть такой термин музыкальный, когда музыка нарастает, 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 нарастает. Немножко соли с перцем. Вот соус перевертел. Можно дать и остыть сначала. Похоже на жюльен. Отправляем курицу в салат. Свежий салат такой, такой. Скажи, радует глаз, да? Вот это вот сочетание красок. Ну, и, конечно, как без него, наш давний друг, товарищ Майо. Чего бы еще не добавить немножко? Я много не разбавляю соли, потому что я капусту уже солю. Наводим чистоту. Берем булочку. И в самый ее центр этой булочки. В самое сердце. В самое сердце. Еще чуть-чуть. Не надо ничего мазать. Никакого майонеза. Ничего внутрь не надо отправлять. Ничего не надо мазать. Потому что уже все там у нас есть. Майонез. Аккуратненько. Закрываем. Если вас двое, а нас трое, нарезать можно вот так. Раз. Теперь не стесняйтесь.